Сразу 4 машины попали в ДТП на проспекте Шевченко. В районе дома номер 33Б столкнулись автомобили Toyota и BMW. На место прибыли патрульные для оформления аварии. Через полчаса в эти машины врезался Nissan. От удара BMW откинуло на служебный автомобиль полицейских. Первая стояла на стоянке. Королла? Королла. Ага. Стояла на своей стоянке. Не в бэху залетело. И занесло на ходу эту бэху. Она ударила ее в правый задний фонарь. И вот так они замерли. Я уехал, так они и стояли, ждали разборки. А приехал уже этот. Как этот достал, я понятия не имею. Из-за обледенения произошло ДТП. Один из автомобилей BMW совершил наезд на припаркованное авто. Toyota Corolla. ДТП было без пострадавших. На место прибыл наш экипаж для оформления данного ДТП. В процессе оформления автомобиль Nissan Navara, по всей видимости, также не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль. Водителя Nissan госпитализировали. На месте работала следственная группа.